Слово «фанатик» происходит от греческого слова «фанатос», то есть «дух». И вроде бы это слово должно нести положительное значение для понимания современного человека. Однако нет. Это слово на протяжении многих лет является отрицательным названием человека, который совершает бездумные поступки во имя веры. Поступки, которые выходят за рамки человеческого понимания, выходят за рамки обыденной логики и выходят за рамки, порою, предписанные ему, этому человеку, религиозной мотивации. Что можно сказать об этом? Ну, хотел бы сказать для начала о хорошем фанатизме. Сейчас, в наше время, в 21 веке, многие из событий, которыми прославлена священная история христианства, они кажутся непонятными, они кажутся провокационными. Приведу вам простой пример. Вот слова Христа Спасителя о том, что не может быть достоин Его, нашего Господа, человек, который не отвержется себя и не возьмет креста своего, и не пойдет вслед за ним. И далее, кто любит отца своего или мать свою, и далее перечисляются другие, не с меня достоин, то есть не достоин меня. И многие христианские святые, последовав этим словам буквально, оставляли семью, оставляли близких людей, оставляли свои социальные обязанности и уходили в пустыню для спасения собственной души. Вот достаточно взять известный пример Алексея, человека Божия, святого, который, проживая в Римской империи, в столице Рима, в Риме, бросил после свадьбы свою молодую жену, исчез надолго из родного дома, а потом, когда он явился туда неузнанный, то прожил несколько десятилетий под лестницей, созерцая страдания своих родителей и своей бывшей невесты, и побираясь милостыней. И он исполнил заповедь Божию. Но для современного человека понятие о заповеди Божией очень часто подменяется понятием о неправильном поведении. Вот здесь есть большая разница. Если человек в те года, в года античности, средневековья, даже, может быть, частично нового времени, как, скажем, блаженная Ксения, которая бросила социальную деятельность и ушла ходить в мужском платье по Петербургу. Или блаженный Андрей, гробницу которого мы здесь видим. Человек, который подразумевается нами разумным, берет на себя личину сумасшедшего. И ходит всю жизнь по городу в рубашке днем и ночью, и в зиму, и в холод, и в дождь, и в град. Он ходит по городу и совершает как будто бы непонятные поступки. Что это? Фанатизм это? В хорошем смысле слова это фанатизм. И за этот фанатизм блажен Андрей прославлен нами. И мы видим силу Божию, которая через него изливалась, и которая продолжает изливаться на каждого из нас. Мы приходим к его честным мощам, этого больного человека, умершего на голой земле, который не имел где голову преклонить и осознанно всю жизнь пробродил по городу в ветхой одежде. Тем не менее, мы этот фанатизм принимаем за благо. Но то, что возможно для истинно верующего, порой бывает провокацией для человека неразумного, человека не готового к подобного рода действиям, осознанным во имя Божие. И тогда человек начинает действовать во имя себя, реализуя себя, в, как он считает, в службе Богу. И такой человек становится врагом не только себя, но и общества. Такой человек начинает насильственно внушать то понимание религии, которое он имеет. Этот человек начинает проповедовать агрессивно, начинает приставать к людям, навязывая им свое миросозерцание, религиозное или, может быть, даже не религиозное, потому что ведь есть фанатики атеизма. Это мы видим вокруг себя постоянно, особенно в последнее время, когда не просто храм не хотят построить, не просто не хотят строить храм в этом месте, а люди принципиально не хотят строить храм. Мы видим даже на примере нашего города, когда
человеку ясно говорят, протестующему, что не будет сноса деревьев, не будет никаких проблем, пересадят, построят, посадят новые, сделают облагораживание территории, все будет прекрасно. Нет, такой человек, протестант, он выступает против всего. Когда ему говорят, ну покажите 54 дерева. Говорит, ну где здесь 54 дерева? Ну просто покажите, вот мы здесь находимся. Когда ему священник говорит, и он говорит, нет, я говорю, что 54, значит 54, а не 7. Ну вот вам фанатизм. Значит, оказывается, фанатизм бывает не только религиозный, он бывает антирелигиозный. И в этом смысле действие духа, духа человеческого, духа противления, оно обязательно должно быть введено в рамки закона. Ибо не случайно Господь даровал закон. Закон как критерий правильности поступков человеческих. И ведь из закона религиозного постепенно возникли законы светские. Это, в общем, признавало и марксистско-ленинское мировоззрение. Марксистско-ленинская трактовка истории, исторический материализм. Потому что сперва появляется религиозное верование по учению марксизма-ленинизма, а потом появляется стратификация общества. И только потом появляется развитие первоначальных классов. Так же и здесь. Мы с вами обязательно увидим, если человек готов нести свое мировоззрение насильственно, он становится фанатиком в отрицательном смысле слова. Хотелось бы, чтобы таких фанатиков было как можно меньше, чтобы мы сталкивались с фанатизмом в лучшем его значении, в значении одухотворенности. Ведь обратите внимание, слово «фанатизм» имеет негативный оттенок, слово «одухотворенность» имеет положительный оттенок. Вот хотелось бы, чтобы мы жили не фанатиками, а одухотворенными людьми, чтобы дух, действующий в нас, в каждом из нас, и верующих, и неверующих, если это верующий человек, чтобы этот дух нес всякую правду через этих людей, чтобы верующие люди были свидетельством истинности своей религии. А если человек искусства, человек науки, человек общественного деяния, чтобы этот человек мог показать свою одухотворенность через свои дела, добрые на пользу общества, вот что необходимо. Хотелось бы это видеть в каждом из нас.